Всем привет, с вами снова я, Михаил, и сегодня я покажу вам, как сделать браслетик из бумаги вот в таком интересном варианте. Сразу стоит отметить то, что он делается из вот таких модулей в виде уголочков. Каждый из этих модулей делается из прямоугольничка размерами 3 на 12 сантиметров, складывается пополам и затем еще раз пополам. Модуль готов. Для начала берем 3 таких модуля и собираем конструкцию, которую я сейчас покажу. Первый модуль располагаем вертикально. Сторону, на которой находится складка, направляем вправо. Затем берем модуль другого цвета и засовываем его в первый модуль вот так. А сторона, на которой располагается складка, должна смотреть вниз. Затем берем следующий модуль и аналогично с первым засовываем его вот сюда. Аналогично с первым, сторона, на которой складка, должна смотреть вправо. Затем делаем упор и торчащие вот эти концы складываем следующим образом. Это нужно сделать с двух сторон. Также следует не забывать о том, что при складывании вот этого уголка вы должны оставить вот здесь небольшой зазор, чтобы не было проблем с заворотом вот сюда. После этого берем следующий модуль цвета противоположного этому. Ну, то есть, если вы будете делать браслетик из двух цветов, как вот этот, то вам нужно чередовать цвета, просто модули чередуем, и в итоге получится вот такой прикольный узор. Засовываем модуль вот в этот кармашек, таким образом, чтобы сторона со складкой смотрела влево. Опять же делаем упор вот этим вот, получается, красным модулем, и повторяем те же операции. Только после того, как сложите здесь и завернете сюда, вот эту вот часть нужно завернуть в кармашек, вот в этот. Вот что у вас должно получиться. Вот так. Точно так же с другой стороны. Теперь в желтый модуль засовываем красный. Делаем упор и повторяем те же операции. Сейчас я сделаю еще пару модулей и ускорю запись. Теперь желтый. Делаем опять упор и повторяем операцию. Кстати, вот этот вот первый можно немножко заклеить скотчем, чтобы он не болтался. Вот так вот. Так, продолжаем. Иногда бывает то, что в кармашек в этот входит очень туго, поэтому можно использовать пинцет. Вот так вот. Также с следующей стороны. И заворачиваем в кармашек.
Так, ну, суть, думаю, ясна. Теперь я немножко ускорю съемку, чтобы не замедлять процесс. Ну вот, я истратил почти все модули, получилась вот такая вот небольшая заготовочка. Теперь я планирую соединить две вот эти части, первую, которую я только что изготовил, и эту, которую я изготовил чуть ранее. Для этого берем хвостик первой и засовываем в вот эту петельку второй. Также вместе с этим хвостиком мы должны захватить вот эти ушки, которые у первой заготовки у нас есть. Все вот так засовываем и делаем, как обычно, упор. Ну а после этого по старинке выполняем действие. Опять же заворачиваем вот здесь вот уголок, переворачиваем и загибаем вовнутрь. Точно так же с этой стороны. Загибаем уголок, поворачиваем, а затем в кармашек. И теперь вот этот хвостик нужно заворачиваем. Поворот.
и в кармашек. Так, здесь тяжело идет, поэтому я буду использовать пинцет. И с другой стороны. Так. Складываю. Поворачиваю. И в кармашек. Вот что у нас получилось. Теперь стоит вопрос, как же его закольцевать? Для этого нам нужно проследить за тем, чтобы вот эти вот два модуля, первый и последний, были противоположных цветов. Ну, это подходит для варианта, если вы делаете сам браслетик всего из двух цветов. И после этого мы должны засунуть вот этот хвостик в петельку, в самую первую. Так, я немножко вот тут расширю. Итак, засовываем хвостик вот сюда. А также вместе с хвостиком мы должны захватить вот эти ушки. Вот, вдел. И теперь делаем то же самое, что мы делали и до этого. Точно так же делаем уголочек. Потом поворачиваем и в кармашек. Так. Вот так. И точно так же с внутренней стороны делаем. Делаем уголочек. Вот уголочек, затем поворачиваем. Поворачиваем и заворачиваем в кармашек. Так, еще каким-то магическим образом вот этот вот оказался вне кармашка. Интересно. Ну ничего, сейчас мы его засунем на свое место. Вот отсюда, вот сюда. Вот так. Все, на этом браслетик готов. Хотя я не сказал бы, что это прям браслет. Он довольно широкий для руки, наверное. Но вы сделаете уже нужный для вас размер. Кстати, его можно использовать даже не как браслетик, а как, ну, например, корону. Видите, он так интересно выглядит для всяких постановок. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.